Всем привет, YouTube привет. Вот решил, как говорится, добить тестик, но длинные видео людьми плохо смотрятся, поэтому решил коротенькое видео покороче делать, подразделять по тематикам. Следующие наши грибки. Вот такой фирмы Plain Jane. Пишется она вот так вот правильно. Вот, сейчас посмотрим грибки эти, вот такого варианта. Вот, есть одно маленькое приятное для меня свойство. Вот этот наборчик стоит $18. Я его буквально там 3 недели назад купил за 10. Видно, к Новому году грибки эти слегка подорожали. Хотя, вот тут пишут 18 перечеркнуто. Купил я их за 10. Сейчас они опять стали стоить, этот наборчик, 18. Значит, что у нас в этом наборе? Я так подозреваю, что это грибки какие-то хитрые, фигурные. Вот такие у них покрытия интересные. Они такими именно грибочками, овальчиками. С вот такой конфигурацией. Что входит в этот набор? Значит, видим мы 6 грибков, диаметр 25, 22, 20, потом 17, 15 и, ну, в районе 12. И еще одна позиция, это карпоинтовские 15 на 15. Вот такие грибки, ну, как мы видим, вот здесь написано 5 штук, 15 на 15, магнитик ТЭПС. Они у нас с магнитами. Вот мы видим. Очень удобная эта штучка. Вот так они выглядят. Ну, размеры уже видны, 15 на 15. Здесь мы видим карпоинт. Вот, более-менее аккуратно, хотя... Как мы видим, вот там такие как бы внутри просадочки. Скорее всего, это штамповка такая, несколько как бы серединка просела. Вот сейчас без долгих, как говорится, предисловий долго снимать не буду, чтобы не отвлекать внимание. Попробую вот эти грибочки, как они работают. Посмотрим, что они тянут и как они себя покажут. Вот они, наши грибочки, плавают здесь минут 10-15, они тут промаринуются. Ну, как говорится, все те же и все то же. Вот, опять же повторюсь, температура где-то 130 градусов на пистолете выставлена. Он может делать температуру грубо от 100 градусов до 220. Вот она, наши образцы. Вот здесь видно предыдущий тест, который я делал. Ну что, начинаем. Как мы видим, образцы приклеены. Я тут не пожалел клею, чтобы это все дело приклеить. И как всегда, на отрыв. Сейчас попытаемся сделать это. Посмотрим, как себя эти грибки поведут. Мама дорогая, грибок аж гнется. Вот у него основание выгибается. Отстреливаться он не хочет. Так, один есть. Второй. Поехали дальше. Очень не хотят они отстреливаться. Такое впечатление, удар такой хлесткий, что может оторвать грибок. Но здесь клея поменьше, как мы видим. Я по чуть-чуть намазывал. Этот сейчас еще раз попытаюсь понянчить. Если что, буду его, вот, сейчас я на увеличении покажу,
что творится. Грибок бедный выгибается, но держится. Так и поломать можно. Ну, наконец я его унянчил. Все-таки он у меня отстрелился. Отдай. Вот такие вот грибки. Вот такая у них конфигурация внутри интересная, узорчатая. Вот здесь, я думаю, лучше всего видно все эти пупырушки. Посмотрим, как они теперь вытянули металл. Так. Я, конечно, клея не пожалел. Можно было бы и поменьше. Это нам уже не нужно. Протираем. Ну что, вот как и предыдущие, видим, шишки огромные, вытянуты. Вот эти грибочки, они немножко так разбегаются у меня грибы. Вот эти грибочки, их, в принципе, толстым слоем не мажут, но тоже, в общем-то, неплохо поднимают вмятины. Ну, что можно сказать? Вот, как и предыдущие, потянули они очень прилично. Так что, вот, финишная, как бы, серия из этой посылочки, что я заказывал. Вот, визуально примерно так же они тянут. Вот, хотя, в общем-то, так, если посмотреть отсюда, ну, камера это не выхватывает, то, конечно, они несколько послабее предыдущих, которые вот эти ротбир называются. Чуть-чуть они поменьше тянут бугорочки. Вот эти все-таки предыдущие чуть-чуть посильнее. Но, тем не менее, достойно тоже, как бы, грибы тянут. Ну, самое главное не в том, как они тянут. Самое главное — правильно уметь ими пользоваться, так сказать, во благо. Это уже, как говорится, другая история. На этом тест наш завершается. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. До новых встреч.